Вот. Смотришь сериал про «Властелин колец». Бля, в Америке этот сериал, это просто пиздец. Чтобы вы понимали, тут на каждой хуйне, на каждой даже, блядь, просто чтобы понимали, на каждой коробке реклама этого сериала «Властелин колец», который сейчас вышел. Я заказываю доставку вот из Амазона, приезжает коробка, и она просто вся обклеена «Властелином колец». Я ничего вообще не писал ни про одну, ни про другую сторону. Тебя модера не слушают, не снимают блок. Да алё, модераторы, разбаньте, вы чё, охуевшие, сука, глухонемые нахуй там, алё, блядь. Сука, чел донатит уже хуй пойми сколько, блядь. Я говорю, разбаньте человека, вы сидите, нихуя не делайте. Так вот. Короче, тут реклама этого «Властелина колец» просто пиздец, жесткая. Но в то же время я слышал, что очень плохие отзывы. Прям пиздец, плохие отзывы. Спасибо за еще $15, я не знаю, кто ты. Не знаю почему, опять же, не смотрел, потому что мне это неинтересно. Но отзывы пиздец, говно, прям говорят. А еще я заметил, всегда, когда выходит что-то, игра, сериал, если он дерьмовый, то его почему-то жестко рекламируют. Прям пиздец, прям очень активно. Как будто бы авторы сериала или какой-то игры изначально понимают, что их игра говно или их сериал будет дерьмовым. Поэтому они так и рекламируют, чтобы хоть как-то купить потраченные деньги на съемки и так далее. Вроде смешно, а вроде нет. Спасибо, Логи. Спасибо за 120 рублей. В целом-то он норм для людей, которые не знали никогда про «Властелин колец». Нет, больше рекламы, больше просмотров, больше процент хейта. Ну тогда, блядь, они, видимо, просто обосрались жестко. Там повесточка, и все его захейтили. Какая-то компания вырубила отзывы. Хм. Ну, ибо нехуй, как говорится. Вон это, Дом дракона, две серии вышло. Продолжение «Игры престолов». Ну как, не продолжение, а наоборот, как-то приквел, или как это хуйня называется. Охуенные две серии. Нет. Прекрасные отзывы. Рейтинг просто ебать, почти 100%. Третья серия же выходит 5 числа, а ну то есть сегодня, да. Вот. Реально, я посмотрел, охуенно. Первая серия набрала там 10 миллионов просмотров буквально в первые дни. Рекорды все поставил на HBO. Чё мешает также снять круто? Хуй поймешь.